сегодня предлагается вашему вниманию выставка «Несбывшийся Петербург». В слове «несбывшийся» есть такая несбывшаяся мечта. А с другой стороны, мечта ли это? Потому что каждая выставка, которая вдруг поднимает из фондов какие-то необычные листы, которые мы вдруг видим живьем, открывает для архитектора практика очень серьезные вопросы. Наверное, в портфеле каждого архитектора, практикующего в Петербурге, существует масса проектов, которые не были реализованы. Даже первого знакомства с выставкой достаточно для того, чтобы понять, что эта выставка неординарная, необычная, очень полезная, очень интересная. Представляя вот все эти неосуществленные проекты, можно, внимательный зритель, конечно, увидит, насколько остро решался актуальный и в наше время вопрос сохранения наследия прошлого. Судить о том, как получилась выставка, вам, и, в общем, я предлагаю считать выставку открытой.